Всем привет, дорогие друзья! Ну что ж, настал тот самый долгожданный момент, когда мы разыграем лицензионный ключ игры Spin Tyres, который вы сможете активировать в Steam и, собственно говоря, наслаждаться лицензионной игрой Spin Tyres. Наконец-то вот в нашей группе уже набралось 600 человек, конкурс у нас там стартовал 27 февраля. И тогда у нас было всего-навсего 500 участников, то есть у нас было в группе 500 участников. Вот, ну и вот наконец-то мы дождались, когда вот уже 600 человек у нас стало в группе. И сейчас я разыграю данный ключ. И, соответственно, я свяжусь с этим человеком. И я по результатам его ответа, то есть я сначала ему напишу, как только он мне ответит, я ему вышлю ключ, дабы избежать каких-либо казусов. Потом, может быть, знаете, какой-нибудь нерабочий аккаунт или еще что-то в этом духе. Так, ну и, собственно говоря, с помощью какой программы я буду разыгрывать данный ключ? Есть приложение ВКонтакте, называется Randomizer. С помощью данного приложения уже были разыграны предыдущие два ключа. Тогда разыгрывалась у нас игра Total War Arena. И на этот раз мы разыгрываем уже ключ Spin Tyres. Так, как она работает? Чтобы, да, в избежание каких-либо казусов, все я это делаю на ваших глазах. Для начала открываем сам конкурс, копируем ссылку этого конкурса, заходим в это приложение, вставляем сюда ссылку. Наименование приза пишем, ну давайте сделаем все красиво. Ключ. Ой, что-то не пишется. Так, ключ. Spin Tyres. Ключ Spin Tyres. Количество призов у нас, дорогие друзья, один. Добавляем. Так, и, естественно, у нас будет разыгрываться среди репостов. Репостов у нас, ребят, сколько там было? Давайте посмотрим. 66 репостов у нас было данного конкурса. Соответственно, среди 66 человек у нас будет разыгран данный приз. Вот, ну, также давайте напомним все-таки условия данного конкурса, чтобы не было никаких недоразумений. Значит, для участия в конкурсе вам нужно быть подписчиком канала на YouTube, ссылка соответственно. Быть участником группы Виторган 177 Spin Tyres, то есть вам нужно быть обязательно среди этих 600 человек. Быть участником, это я уже сказал, сделать репост этого конкурса. Чтобы сделать репост, нужно было нажать на этот рупор. Вот где 66, это вот есть, вот это сделать репост. Количество лайков на розыгрыш приза не влияет. Вот, даже сейчас уже что-то здесь прыгает. Что-то еще прибавляются лайки. Но репосты уже не прибавляются. Так, и, значит, ключ будет разыгран, когда в группе наберется 600 человек. Что, в принципе, уже произошло. Победитель будет выбран случайным образом. А выбираться он будет случайным образом благодаря вот этому приложению. Так, здрасте, приехали. Я же писал уже, что такое. Туда-сюда сделал, и все пропало. Ой, не туда клацнул. Ключ. Spin Tyres. Ключ Spin Tyres. Количество призов 1. Так, определим. Определим победителя. Ну что ж, нажимаем эту долгожданную кнопочку. Я думаю... Ну, во. И победителем конкурса становится у нас... Руслан Евтемица. Руслан, обязательно сейчас я с тобой свяжусь, так что будь в онлайне. Я не знаю, как только ты мне ответишь, я сразу тебе вышлю ключ. Ключ для игры. Так что, вот, ребят, собственно говоря, и произошел вот этот долгожданный момент. Вот, честно говоря, я переживал не менее вашего, потому что для меня тоже это не столь... То есть для меня это очень принципиально. Какое количество людей в моей группе и ради кого, собственно говоря, я стараюсь. Я и, собственно говоря, наша администрация. Всем большое спасибо за участие в данном конкурсе. Чем больше людей, тем больше конкурсов. Так что, ребят, все так же продолжайте делать репосты всех постов, которые у нас находятся на стене. Чем больше вы привлечете внимание к нашей группе. И, соответственно, тем больше будет конкурсов. Я обещаю то, что как только у нас будет в группе 800 человек, и стартанет еще один конкурс. Так что, ребят, только все зависит от вас. Все, что я мог сделать для привлечения внимания, я уже сделал.
А теперь остается дело за вами. Всем большое спасибо за просмотр, спасибо за участие.